24 июля прошлого года народные депутаты от Одесской, Николаевской и Херсонской областей создали межфракционное объединение «Юг Украины». Лоббирование интересов региона ведется по всем важным направлениям. Народные депутаты Павел Унгурян и Александр Урбанский представили результаты полугодовой работы. Объединение остается верным тренду децентрализации. Часть громад уже получили дивиденды. Это и север нашей области, строительство школы в Балте, и водопровод в Ивановке, и ДЮСШ в Ширяево, и погашение кредиторской задолженности по объектам Коминтерновского района, того же Ивановского района, Великомихайловского района. Это и поликлиника в Белгород-Днестровске, это и объекты города Одессы. Это лишь часть реализованных проектов. Нить с межфракционным объединением прочно удерживает Одесский областной совет. Партнеры будут добиваться создания Куяльницкого национального природного парка. Болезненным вопросом остается судьба Телегульского лимана. Выделены средства из областного бюджета на составление проектно-сметной документации. По оценке это составляет 75 миллионов общая стоимость этих работ. То есть будет сооружен соединительный канал с Черным морем по примеру того, как это было сделано с Куяльником. Но это не будет труба, а это будет соединительный канал. По части децентрализации остается немало работы. В госбюджете заложили 1 миллиард гривен на инфраструктурные проекты объединенных громад. Ноу-хау бюджета 2016 – инвестиционные проекты. Речь идет о распределении 800 миллионов гривен. Пишите проекты. Эти паспорт проекта есть в онлайне на сайте Минэкономики. Если нужно, мы поможем. Инвестиционные проекты – это особая статья, которая позволяет привлечь деньги государственного бюджета на те проекты, которые имеют мультипликатор, которые могут создать инвестиционную составляющую. Мы что-то небольшое подправим, подремонтируем, подлатаем, и оно даст нам дополнительную добавочную стоимость. Работа по всем направлениям будет продолжаться. В ближайшее время привлекать инвестиции Юг Украины планируют на международной площадке. Юлия Пробача, Виталий Прус, Думская ТВ.